Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 9. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую пах. Следующим представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин D. Витамин D называют самым солнечным витамином. Кроме того, он способен синтезироваться организмом самостоятельно. Женщинам витамин D необходим для поддержания здоровья и красоты кожи. Витамин D помогает удерживать влагу в коже, сохраняя ее эластичность и упругость. Он участвует в усвоении кальция, защищает от развития остеопороза, укрепляет костную ткань. Витамин D необходим для нормального состояния костей, обмена кальция и фосфора. Именно он отвечает за то, чтобы зубы у нас были белые и ровные. Женщины, в организме которых всегда достаточно этого витамина, никогда не будут страдать от остеопороза и имеют очень мало шансов заболеть раком груди. Известно, что витамин D вырабатывается под действием солнца. Достаточно лишь 10 минут солнечных ванн в день, чтобы восполнить суточную потребность в витамине. Зимой, когда в России световой день короткий, важно включать в рацион продукты, богатые витамином D. Это сливочное масло, яичный желток, жирные сорта рыбы, икра, рыбий жир, молочный продукт. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.